9 декабря – День Героев Отечества. Курская земля всегда славилась трудолюбивыми и талантливыми людьми. В гостях у почетного гражданина города Курска, героя труда Серафима Григорьевича Шеховцова, побывала наша съемочная группа. Ни минуты без дела. Серафиму Григорьевичу скоро исполнится 84. Он полон сил и продолжает трудиться. Все в доме сделано его руками. На днях затеял ремонт. Отдыхать, говорит, некогда. Работать начал с самого детства. В войну был тружеником тыла. Вот эту свою первую медаль получил в 45-м за доблестный труд Великой Отечественной. А потом награда за наградой. Всех и не сосчитать. Но вот это одна из самых последних и одна из самых дорогих. Почетный гражданин города Курска. Почти 70 лет трудового стажа, 53 из которых на заводе «Электроагрегат». Еще не расцвело, а он уже у токарного станка. Завод стал для Серафима Григорьевича вторым домом. Его и сейчас можно увидеть в родном цеху. Говорит, приходит поработать для удовольствия. Труд – это у меня золотой период. Я иду на работу, я радуюсь. Я как на демонстрацию иду, я как на праздник какой иду. Никогда не терять оптимизма. Только так можно преодолеть все жизненные трудности, уверен Серафим Григорьевич. Так получилось, что еще в молодости все заботы о семье и детях, все домашние хлопоты легли на его плечи. Самая младшая осталась у меня на руках 1 месяца. Ну, а 2 подрастают. 3, значит. Тяжело, тяжело. Дети мои, семья моя. Я виновник в этом. Значит, я должен выращивать всех. 2 сына, дочь, 6 внуков и 6 правнуков. Гордость и радость ветерана. Героя социалистического труда Серафима Григорьевича Шеховцова. Уважение семьи, коллег, друзей важнее всех полученных орденов и званий. За работой я не видел, как у меня годы прошли. Скоро 100 лет я уже собираюсь отмечать. Анна Колганова, Геннадий Воробьев, телеканал «7».